Это зачистка! Где провести черту? Все было кончено за 20 минут, в тот момент, когда все увидели вспышку от взрыва. За такие мгновения насекомые становятся главенствующим звеном. Права человека отходят на второй план, и убийства превращаются в тотальное истребление. В том нападении жуков погиб ее отец. Добравшись до места бойни, она стала свидетелем вспышки заражения. А? Она просто взяла и шла? Я лишь на минутку отвел взгляд, а ее уже и след простыл. Я могу уйти прямо сейчас. Папа, нет! Папа! Сбежав, ты ничего не решишь, а лишь останешься одна. С момента вспышки Кагастера минуло 30 лет. И теперь приближается тот день, когда мы устраним все наши преграды. Вы должны построить новые укрепления, которые обезопасят наших потомков. Вам понадобится тщательно выбирать и сортировать людей, отправляемых за стены. Лишь люди будут нашими жителями, да наступит мир без страха перед жуками. Мы впервые смогли вдохнуть жизнь в детей, зараженных Кагастером. Кагастер — это революционный прорыв человечества, который позволит создать новый мир. Такие люди, как ты, заслуживают того, чтобы молиться за них. В конце концов, это единственное, что я могу сейчас сделать. Таков мой ответ тебе.